Всем привет, друзья, с вами я, Коннор2001, и это 45-й выпуск моего города в Майнкрафте. И да, друзья, сегодня я расскажу, перед обновлением я расскажу одно изменение в городе. Да. И первое изменение, это первое единственное изменение в том, что я, в общем, закрыл торговый центр Heroes. И, в общем, как бы будет изменение, да, ребрендинг до формата. Я закрыл ТЦ Heroes, и вместо него будет, будет открыт торговый развлекательный центр Рио. Насчет торгового развлекательного центра я точно не... Я пока что фиг знает, но... Но обещание будет выполнено. Но плюс будет в том, что будет открыт магазин «Семейный магнит», точнее, гипермаркет. Следующий плюс будет в том, что будет открыт еще и... возможно, Мегаленд я открою. Или кинотеатр, который... мягкий кинотеатр. Пока что-то можно ожидать больше как ожидания, но... Поживем, увидим. Так, следующее обновление, в том, что я готовлю город к 9 мая, в общем. Добавил надписи «Героям славы», в общем. Хотя... Надпись «Герой слова» не относится к приветствию слова «Украине». Не относится. Это всего лишь как прославление героев Великой Отечественной войны. Дальше надпись 9 мая. Он получился только май 9. Здесь вот тоже 9 мая написано. Только там цифрами. 9. Месяц, день, 0,5, месяц. Весьма не вместилось. Дальше у нас такая-то небольшая трибуна. Как бы стоит губернатор, типа, поздравляет всех с праздником, желает всего наилучшего и все такое. В общем, это не просто как улица Зюганова, а площадь, типа площадь. Ну да ладно. Это было первое обновление. Второе обновление это у нас расставинки. Хотя я показывал их уже на стриме своем. Как эксклюзив, но я хочу еще раз показать. Вот так вот выглядит красиво. Желтый весь. А кнопочки здесь как кирпичики, как вот отваливаются там. Ну да, старенькая такая вот. Кстати, вот скоро надо будет дать это адрес, вот, Советская, 19. А вот это уже Советская, дом 21 нужен. Да. Так, сейчас вот наберу там. Советская улица, дом 21, да. Следующий у нас 23. Вот это. То есть, как бы это уже начинается, с этой ставинки уже начинается Калининский район. И в этом районе, в общем, будет здесь, наверное, это, находиться институт. И это снова ожидание, так что анонсировал. Так вот подъезд в Сталинке. Коридор в квартире, хотя вот такой вот. Со шкафом. Ванная с туалетом, вот такой вот. Ну, класс. Кровати, то есть, комната... гостиная со спальней. То есть там три человека проживает. И кухня такая вот. Ну, типа там мать и ребенок проживает. Ну, на втором этаже те же самые же квартиры, так что смотреть нет смысла. Еще одно обновление, то, что я эти сталинки уже скопировал, поставил везде. На проспекте Сашиновского, там, тем более, во время стрима я там поставил и пронумеровал дом, номера. Ну и все вкратце, в общем. Вот, и здесь вот сталинки стоят у нас рядом с аэропортом. Хотя не очень удобно, но мелочи приятные, в общем, одним словом. И
еще одно обновление, то у нас муниципальный, это школа номер 3. Хотя, естественно, вот так вот выглядит, такая вот, необычно выглядит. Вспоминаю себе на карте. На карте, естественно, тоже необычно. Так, ну здесь у нас как-то спортзал такой вот. Переодевалки. Так, дальше у нас такой вот коридор. Пойдем на второй этаж. Кабинет технологий, ну или труд. А, да, тут для девочек, а здесь для мальчиков. Идем дальше, у нас снова тоже как бы кабинеты. Суть дела, хотя они частично разные. Особенно если обратить там. Хотя нет, одинаковые. Ну, можно показать хотя бы. Так. Так, проходим на второй этаж, сам коридор такой. Вот сейчас, знаете, здесь поменьше кабинеты. Поменьше масштаб. И еще один кабинет. Хотя нет, это уже столовая. Столовая с туалетом. Да, это столовая. Такая большая на втором этаже. Так, ну и на третьем этаже тоже кабинеты, всякие коридор. Вот здесь у нас актовый зал такой вот. Актовый зал и закулисье. И дальше у нас подъем на крышу. Ну и все, в общем, вот такая была вся школа. Кабинеты, столовая и актовый зал. Ну и закулисье. Со стороны крыши вот видно вот два небоскреба, поликлинику, пятерочку Макси, Сталинки и вот вдалеке аэропорт. Ну, как бы сказать, это элитный район. Элитный. Для элиты. Сейчас как бы... Ну, здесь, в общем, как бы цены на квартиры выше. В таком районе. Касается этого, вот этого дома Сталинок и этой пятиэтажки, которую скопировал и поставил. Ну и на этом я могу завершить этот выпуск. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать мне комментарии. И всем пока. И вот здесь вот связной находится. Ну, обычный салон связи, ничего особенного. Сломал. Сейчас. Ладно, фейл останется фейлом.